Экзамены для специалистов. Медики республики в эти дни проходят квалификационные испытания. Как говорят сами врачи, категория не только дело престижа. От нее напрямую зависит заработная плата. Тем не менее, дело это до сих пор остается добровольным. На сей раз заявки подали около 80 докторов различных направлений. Экзамен принимает аттестационный совет уже через месяц. Требования к подтверждению или получению очередной квалификационной категории ужесточатся. Работы медиков будет рассматривать создаваемые сейчас экспертные советы. Если, допустим, квалификационную категорию, на какую-то квалификационную категорию претендует хирург, то ему для того, чтобы пройти аттестационный экзамен, нужно будет сдать работу в экспертный совет из хирургов, из ведущих хирургов, значит, нашей республики. Причем мы постараемся создать так, чтобы экспертный совет, допустим, тех же хирургов был из различных учреждений, чтобы была какая-то конкуренция, была здоровая, значит, да, соперничество, и они могли реально, объективно оценить работу. Еще одно новое требование – прохождение письменных тестов. Чтобы подтвердить теоретические знания, врач должен будет правильно ответить на 70% всех вопросов. Только после этого аттестационный совет определит уровень квалификации.